Всем привет! С вами Саша и канал Еда Проста. Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный завтрак — овсянка в банке. Это прекрасный завтрак для тех, кому с утра совсем некогда или не хочется готовить. Для банки с овсянкой и сухофруктами нарежем произвольно курагу и чернослив, выкладываем слоями в банку сначала 2-3 столовые ложки овсяных хлопьев, потом порезанную курагу, зальем кефиром, так чтобы он покрыл слой кураги, далее опять укладываем слой овсянки, слой чернослива и заливаем повторно кефиром. Закрываем крышкой и ставим на ночь в холодильник. Для банки с овсянкой и ягодами в банку насыпаем 2-3 столовые ложки овсяных хлопьев, затем укладываем протертые ягоды, зальем кефиром так, чтобы он покрыл слой ягод, снова укладываем слой овсяных хлопьев, слой ягод и опять заливаем кефиром. Закрываем крышкой и ставим на ночь в холодильник. Очень вкусный, полезный завтрак — овсянка в банке — готов. Приятного аппетита!